В рамках проекта «Химки. Интересно жить» горожане встретились на очередном тематическом мастер-классе. Жителям городского округа предложили попробовать своими руками сделать подарочную упаковку для бутылки. Об основах плотницкого ремесла химчанам рассказал специалист Алексей Терешин и предложил ученикам самим попробовать свои силы в декоративно-прикладном искусстве. Материалы, которые потребовались для занятия, проще не бывает – деревяшки и джутовые веревки. У вас на столе лежат 8 длинных плашек. Теперь вот эти две штуки мы ставим на стол на ребро и параллельно вот этим леечком прибиваем длинные за подлицо. Такой футляр убережет бутылку от случайного удара, да и хранить сосуд будет удобно и безопасно. К тому же в качестве подарка поделка прекрасно подойдет. Выбрать для себя занятие по душе и посетить тематический мастер-класс может любой желающий житель городского округа. Подробную информацию о датах и времени занятий можно найти на страницах газеты «Химкинские новости», в соцсетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.